Ага, давай, типа. Я, быстро. Ну, ты чуть меньше. Ну, еще.
Как вам погодка? Сейчас у нас минус 9 градусов. В Подмосковье минус 22. В Москве также. Ждали зиму, она пришла. Вот покажу подъезд к аттракционам города Нальчика в парке культура и отдыха. Вот. Моя такая вот вечерняя прогулочка. И еще пока я не забыл, вышли новые серии «Сваты 7». Премьера, они новые. Переходите по ссылочке. Там пока 3 серии. Далее, наверное, будут выходить. И смотрите 27 в 21:20 на канале Россия-1. Первые, вторые серии. Конечно, эти серии уже не те, которые были раньше. Сваты 4, это уже были нормы. Ну, все сезоны. А это уже не то, как бы сказать вам. Подходим к аттракционам. Если там работает каток, я вам покажу его. Вот. Каток стоит, в том году он стоил, по-моему, 150. А сейчас он стоит 300 рублей в час. Или может даже меньше. Может даже 40 минут или 45. Вот. Так что, когда раньше был в галерее, его вам брали. Я лучше скольжу, чем тебя.
она тяжелее. Метров. Дорога в парк, в Куанч. Я туда не пойду. Ну все, друзья. Включу чуть попозже. Вот только снега навалило.